Листья с кленов опали полностью. Здравствуйте, дорогие мои. Это очередной выезд на загородную резиденцию. Деревья за забором тоже уже полностью без листьев, так что можно будет косить. Однако ж сегодня мы с юным подаваном приехали уже поздновато, так скажем. Время 5 час, сейчас пока разложимся, пока там дома протопим. Уже будет явно не до этого и будет темно. Так что все, что касается кронирования, это завтра. А сегодня подготовка к потенциальному, может быть, отдыху. Пока дом не прогрелся, есть такие вот прекрасные шерстяные чечевички. Ну, есть также мясо. Взял лук. Сейчас быстренько замариную. Да. Что, да. Да и все. Замариную. Шашлындос замаринован. Значит, все уже не так уж плохо на сегодняшний день в целом. Это не может не радовать. Пусть настаивается до завтра. Добрейшего утра. Встречаем его с гостями. Учуяли, что кто-то есть. И он сразу знает, куда бежать на прикорм. Мисочки у нас вот здесь вот стояли. Сейчас я ее немножечко протру. Ну что ж, доброе утро. Можно, наверное, и самому завтракать. Позавтракали, инструмент приготовил, лестницу приготовил, можно приступать к подрезке, к кронированию деревьев. В общем, не сильно долго музыка играла. Высадился аккумулятор. Второй оказался тоже пустым. Так что протягиваю сейчас тупо провод. И старой доброй косилкой начинаю фигачить. Потому что бензиновую косилку отвезли в город. Потому что думали, что уедем на рыбалку. Надо было сразу с этой штукой решать вопросики. Высоко сижу, далеко гляжу. В общем, сейчас представляю лестницу. И с той стороны также быстренько все фигачу. Первый результат есть. Осталось 5-6 результатов сделать. В общем, надо, наверное, сразу ветки оттаскивать, потому что не получится их здесь складировать. Машинам будет это мешать. Если он с одного дерева, он столько получилось, такие 2,5 кучи. То сейчас, если с этих еще накидать, будет совсем много. В общем, сейчас сразу все начну оттаскивать потихонечку, помаленечку. И дальше кронировать, рубить, не перерубить. Ну что, можно считать, что половину сделал. При этом, при вот этой вот половине, тут уже полон двор веток. Так что я думаю, что я сейчас сделаю паузу с дальнейшим кронированием. Вот это все передроблю, а потом с кронированием продолжу. Видимо, завтра, потому что время уже 1 час дня. Илюш, взять и добить вот это вот все. А потом взять и упороться по дроблению. Надо думать, надо думать. Я решил продолжить кронировать. Уже почти что закончил еще одно дерево, но пошел дождик. Такой плотненький,
С учетом того, что работаю с электроинструментом, наверное, продолжать сейчас не буду. Вот эти отдельно взятые торчащие ветки сейчас добью. И на сегодня, на сейчас пока что складываюсь, посмотрю прогноз. Может быть, чуть попозже получится либо продолжить, либо начать дробить. Пока допиливал маленькие веточки, которые хотел допилить, дождик вроде даже закончился, но усилило желание покушать. И потянуть надо цепь на пиле. Так что, в любом случае, небольшая пауза. Сделано чуть больше половины. Скоро продолжу. Все убрал, все прибрал. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас сделаю супчик, покушаю, и будет хорошо. Потом продолжу. Сделал супчик. Покушал. Действительно хорошо. На верхи больше не полезу сегодня. Завтра продолжу кронирование. А сегодня постараюсь максимально раздробить. Ну что ж, как раз в этот момент она остановилась. Дроблю. А завтра продолжаю кронировать. А потом снова начинаю дробить. Бессмысленные, беспощадные сельские будни. По чуть-чуть процесс идет. Дроблю, отвожу. Обрезаю ветки, чтобы удобнее было дробить. Дроблю. Отвожу. Но кучка пока что как-то не становится сильно меньше. Зато елочке будет тепло зимой. Наверное. А еще вот эту тую мышь прям подрезали. И как-то очень странно она пошла расти. Надо будет таки забраться и таки обрезать ее по всем канонам. Чтоб кошерная была при кошерной. А то как-то прям ни туда, ни сюда выглядит. С дроблением продолжу завтра с утра. Потом часиков с 10 можно будет продолжить и с кронированием, чтоб не с самого утра пилой шуметь. А сейчас приступлю к шашлыку, который мариновал накануне. Потому что, а почему бы и нет? Ну и вечер вечереет уже потихонечку. Совсем еще пока не темно. Самое то сделать вкусное мясцо. Таков мой план. Буду его придерживаться. Пока вот так красиво плывут облака. Как красиво переливаются языки пламени на шашлычке. Хорошо. Вот такой вот красивый шашлычокс. И на этом на сегодня абсолютно
Бля, абсолютно все. И снова здравствуйте, и снова доброе утро. Пью кофе, заедаю мини-круассанчиками. Круассанчики так себе, честно говоря. Не буду палить контору, ну, в общем, не самое лучшее. Немножечко от этого обидно. И пойду сейчас дробить, потому что есть необходимость съездить в аптеку. Кончились у меня мои лекарства, в связи с чем состояние не очень, и со сном тоже так себе. Ну, потом будет попытка додробить и докронировать остатки деревьев за забором. Погнали жить этот день. Потихонечку процесс идет. Кучка как-то визуально пока... Не, на самом деле уменьшается. На самом деле уменьшается. Мне кажется, я каждый раз, когда дроблю, с одними и теми же мыслями, но уменьшается. Будет все хорошо. Кстати, если кто-то вдруг может порекомендовать, где недорого взять зимнюю резину, порекомендуйте, пожалуйста. Потому что где взять дорого, я и так знаю. А хотелось бы недорого. Продолжаю продолжать. Потом поеду в город. Туя вслед за елкой тоже сделал уютненько, приятненько и тепло. Продолжаю продолжать. Вообще сейчас на первом этапе, конечно, очень много времени уходит на разделку веток, стволов. Но вот когда иду до кленов, они, в общем, все прямые, все ветки, там, даже если они разделяются, идут вверх, они прям проглатываются на ура. А вот такие вот, ну вот прям приходится их, конечно, кромсать, чтобы дробить. Поэтому пока что скорость чуть медленнее, чем хотелось бы, но, в принципе, на самом деле... Результат есть. Результат есть. Вот они, кленовые ветки. Дробить одно удовольствие. Прям целиком ее туда поставил. И чуть-чуть просто направляешь и давишь. И вжух, и их нету. Вон они, длинные, прямые. Взял, поставил. Да, на этом этапе скорость переработки сильно возрастает, конечно. Но осталась еще одна ветка такая большая-пребольшая, которую надо будет порезать. Ну, в общем, совсем чуть-чуть. И с дроблением этой части веток будет покончено. Но с учетом того, что уже время часа, наверное, 2 с чем-то, а то и 3. Ну, 3, наверное, нету, 2 с чем-то. Сегодня я, может быть, и не доберусь для... того, чтобы кронировать оставшиеся деревья. Пока сейчас езжу в город, в аптеку, туда-сюда, 5-10, пообедать. В общем, уже будет вечер и темно. Видимо, на завтра отложится кронирование, либо вообще на следующий приезд. Хорошо бы, конечно, на завтра, а следующий приезд просто додробить. Такие вот мысли вслух. Вывожу мульчу под кустики и продолжаю. Ветки исчезли, мульчи тоже нет. Все раздробил. Сейчас все убираю, мчу в город, возвращаюсь, делаю обед. Время уже 3 часа. Соответственно, я понял, что я не кушал ничего. Не ел с самого утра. Так что делаю время, обеду час, я поехал. В город съездил, себе лекарств взял. Мышкам на зиму тоже подарочков прикупил. Сейчас сделаю супчик, пообедаю, да разложу. Вот это вот все. Так, ну что, нужно разбросать крысиную
штучки. Одной рукой это, естественно, делать не очень удобно, но как есть. Да, здесь сейчас видно не будет. Но что поделать. В общем, прикармливаю мышек, чтобы не было им повадно здесь ползать, бегать и вот это вот все. В общем, и целом разложил заначки, так скажем, для мышей. Будем надеяться, что они вкусят. Добрейшего утречка. Я уже сижу высоко, гляжу далеко. Вот это вот все. Сейчас с ручным инструментом. Тут, в общем, такие тоненькие маленькие веточки. Их пилой просто неудобно пилить. Пила на самом деле внизу лежит на всякий случай. Но, в общем, нежненько в этот раз с этим деревом. Ну и здесь тоже, тут как бы пилой их неудобно рубить. Они больше шататься будут, чем рубиться. Так что сейчас буду в таком в ручном режиме два дерева оставшихся быстренько добивать. В целом процесс идет хорошо. Доброе утро, я кронирую. Еще одно дерево практически завершено. Надо переставить стремянку. Вот этот отросток добить. Вот. А здесь, я так смотрю, скорее всего, все-таки придется пилой. Причем так уровень делать чуть ниже, чем я делал в прошлые разы. Потому что эти как-то я в этот раз так немножко пониже тоже рубанул. Вот. Процесс прямо летит, я бы сказал. Ну что ж. Все деревья подстроганы. Здесь уже заканчивал тоже вручную. Хотя центральные стволы фиганул пилой. В общем, кронирование завершено. Дробление продолжается. Перетащил все ветки во двор, успел съездить в магазин, докупить немножечко продуктов, но решил собраться с силами, все додробить, так сказать, последний рывок, и после этого сделать супчик, да, пообедать, такой поздний обед устроить, и сегодня без ужина. Таков мой план, пока еще светло. Пока еще даже иногда немножечко проглядывает солнышко и чуть-чуть греет. В общем, делу время. Был вынужден немножко приостановить дробление, потому что у нас тут пришли гости обедать, да? Пришли гости на обед. Красивые гости на обед пришли. Пойдем сначала еду возьмем. Все, жди. Пойдем. Приятного аппетита. Приятнейшего аппетита. Я пойду дальше работать. Дела доделаю и тоже вознагражу себя обедом. Веток нету. Заключительный ящик мульчи. Есть. Высыплю сейчас куда-нибудь под деревья подочередные, чтобы им было лучше зимовать. Собираю вещи, да, приступаю к приготовлению супчика, потому что времени уже почти 3 часа. Я сегодня только рано утром завтракал. И то, как завтракал, выпил кофе, да так. Ой, честно говоря, немножечко даже подмерз, потому что как бы вроде как зима зимой, но вот я в кофте, да, в жилетке. Не сказать, что слишком жарко. Под яблоню уже сыпал. Может быть, можно насыпать еще. Что еще сказать? Надо что-то будет сделать с виноградом. Он по каштанам плелся. В общем, обрезать его надо будет завтра. А еще завтра надо будет разобраться с ветками. Большими, толстыми. Надо будет их урезать до, так скажем, мангального
состояния. Но это все завтра. Вот за что люблю деревенских кошек, съедают все подчистую. Пойду и я обедать. Добрейшего утречка. Погодка уже прям совсем осень. Дождик капает прямо в душу мне. Осталось сделать несколько небольших дел, среди которых посадить чеснок и выдвигаться в сторону Москвы. Надо сегодня, есть планы на вечер в городе. А потом, думаю, вернуться обратно на недельку другую. Остатки мульчи распределил по туи. Ну а сам сейчас выпью утренний кофе, потому что я сразу бросился в дела. В общем, выпью утренний кофе. Да, займусь чесноком, наверное. Заодно между делом и тут все собрал и сложил. На ночь оставлял котиком или не котиком перекус. Все тоже съели. Перед отъездом оставлю тоже небольшой променад, чтоб хотя бы там сегодня-завтра, может быть, покушали. Ну а теперь, наконец-то, мой утренний кофе ждет меня. Точнее, я его жду. Так, ну что, я занялся приготовлением чеснока к посадке. На улице дождится дождь. В общем, сейчас я быстренько все разделяю на зубчики. Быстренько его тыкаю в землю. И быстренько сруливаю в город. Есть чеснок, есть такая специальная палка-копалка. В общем, сейчас пойду молотить, так сказать, и сажать. Вообще не буду каких-то делать линий, еще чего-то. Вот просто фигачу сейчас на глаз. Нафиг ровные грядки. Я художник, я так вижу. Чеснок посажен. Надо помыть руки. Разобрать летний водопровод. Вот. И потихонечку отправляться в сторону Москвы. А мышки тем временем уже успели пожрать. Это хорошо. Летом вот сюда не сувался, а здесь вон какие уже заросли крапивы, оказывается. Ничего себе. Ой, господи. Сейчас придется пробиваться, продираться. Надо, конечно, все-таки прокашивать с этой стороны тоже регулярно. Может быть, не так часто, как просто участки, но хотя бы с ручной косилкой проходить все выкашивать. Все, отсоединяю я летний водопровод. Переходим на зимнее существование. Летний водопровод сложен. Переходим в зимний режим. Ну что ж, все дела по переходу на зимний формат существования на загородной резиденции осуществлены. Дождик продолжает дождиться. В Москве есть планы. Так что потихонечку отчаливаю отсюда. Но скоро обязательно, преобязательно вернусь. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Что делать, вы знаете.